Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Binary Circle. Данный индикатор не так давно появился в сети, но спрос на него среди трейдеров бинарными опционами продолжает расти. Но несмотря на его возрастающую популярность, данный индикатор не пригоден для прибыльной стабильной торговли. И посмотрев данное видео до конца, станет ясно почему. А прежде чем продолжить, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, а мы идем дальше. Самое интересное то, что данный индикатор в сети продается за 169 евро. И на сайте продавца говорится о том, что данный индикатор дает 80% прибыльных сигналов, что на самом деле не так, и в этом можно будет убедиться далее. Не имеет смысла объяснять правила торговли по данному индикатору, так как они и так понятны. И в данном случае у нас есть два одинаковых торговых дня, но сигналы за один день построены в тестере, а за другой день построены на истории. Если посмотреть на сигналы на истории, то всего один сигнал с использованием экспирации в одну свечу мог бы принести убыток, а все остальные сигналы принесли бы абсолютную прибыль. Но, к сожалению, такие сигналы формируются только на истории, а не в реальном времени. И теперь, если посмотреть на сигналы, сформированные с помощью тестера, можно увидеть, что они отличаются от сигналов на истории. А если бы велась торговля по сигналам из тестера, то всего 2 или 3 сигнала из 12 принесли бы прибыль. Но это если говорить об экспирации в одну свечу. С другой экспирацией больше сигналов могли бы принести прибыль. Но, к сожалению, на каждый сигнал пришлось бы подбирать свою собственную экспирацию, что невозможно во время торговли. Так как один сигнал мог бы принести прибыль с экспирацией в 10 свечей, а для другого сигнала понадобилось бы больше 20 свечей. При желании каждый может также самостоятельно сверить любой торговый день, прогнав его в тестере, а потом взять день из истории. Чтобы убедиться в том, что большая часть сигналов будет генерироваться по-разному и чаще всего подрисовываться под историю. К сожалению, перерисовка сигналов индикатора Binary Circle является не самой главной проблемой. Самой главной проблемой является то, что под видом данного индикатора продается абсолютно бесплатный индикатор, который был просто переименован и слегка доработан. И этот индикатор – SHI Signal. И как можно видеть, он был создан еще в 2005 году. И если добавить данный индикатор на график, то станет понятно, что они абсолютно идентичны. И единственное отличие между этими индикаторами в том, что в индикаторе Binary Circle можно добавлять новые алерты и выбирать тип значков. И в заключении хочется сказать, что какой бы индикатор или стратегия ни использовались, их всегда стоит тестировать в тестере, если это возможно. А если нет, то их сигналы стоит обязательно проверить в реальном времени, чтобы убедиться в их работоспособности. И также не стоит пренебрегать правилами money management и risk management, так как даже при убыточной торговле это поможет сохранить депозит. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!